Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. We continue our course on 100 Russian verbs in present tense in different forms. Let's go straight to our first verb. To smile, улыбаться. Infinitive, улыбаться, to smile. I smile at a child. Я улыбаюсь ребенку. Я улыбаюсь ребенку. As you know, in different forms, the verb to smile, улыбаться, will have different endings. So, I smile at a child. Я улыбаюсь ребенку. You smile at a child. Ты улыбаешься ребенку. He smiles at a child. Он улыбается ребенку. She smiles. Она улыбается ребенку. We smile. Мы улыбаемся ребенку. You plural. You smile at a child. Вы улыбаетесь ребенку. They smile. Они улыбаются ребенку. Я улыбаюсь. Ты улыбаешься, он улыбается, она улыбается, мы улыбаемся, вы улыбаетесь, они улыбаются. Or, for example, I smile at you. Я улыбаюсь тебе. You smile at me. Ты улыбаешься мне. He smiles at her. Он улыбается ей. She. Она улыбается ему. At him. We smile at you. Mm-hmm. Мы улыбаемся тебе. You smile at me. Вы улыбаетесь мне. They smile at me. Они улыбаются мне. Next verb to laugh. Смеяться. Infinitive смеяться. You see, today we have a funny lesson. I laugh at his joke. Я смеюсь над его шуткой. Joke, шутка. Над его шуткой. You laugh at my joke. Ты смеешься над моей шуткой. He laughs at my joke. Он смеется над моей шуткой. She laughs. Она смеется над моей шуткой. We laugh at his joke. Мы смеемся над его шуткой. You, plural, you laugh at my joke. Вы смеетесь над моей шуткой. They laugh at your joke. Они смеются над твоей шуткой. Я смеюсь. Ты смеешься, он смеется, она смеется, мы смеемся, вы смеетесь, они смеются. Now two verbs, to smile and to laugh. Я улыбаюсь, я смеюсь. You. Ты улыбаешься, ты смеешься. He. Он улыбается и смеется. She. Она улыбается и смеется. We. Мы улыбаемся и смеемся. You, plural. Вы улыбаетесь и смеетесь. They. Они улыбаются и смеются. Next verb. To bring. Приносить. Infinitive. Приносить. I bring purchases from the store. Я приношу покупки из магазина. You bring purchases from the store. Ты приносишь покупки из магазина. He brings purchases from the store. Он приносит покупки из магазина. She brings. Она приносит покупки из магазина. We bring purchases from the store. Мы приносим покупки из магазина. You plural, you bring purchases.
Вы приносите покупки из магазина. They bring. Они приносят покупки из магазина. Я приношу, ты приносишь, он приносит, она приносит, мы приносим, вы приносите, они приносят. Next verb to agree. Соглашаться. Соглашаться. I agree to help my grandfather. Я соглашаюсь помочь дедушке. You agree to help your grandfather. Ты соглашаешься помочь дедушке. He agrees. Он соглашается помочь дедушке. She agrees to help. Она соглашается помочь дедушке. We agree. Мы соглашаемся помочь дедушке. You, plural, you agree to help. Вы соглашаетесь помочь дедушке. They agree. Они соглашаются помочь дедушке. Я соглашаюсь, ты соглашаешься, он соглашается, она соглашается, мы соглашаемся, вы соглашаетесь, они соглашаются. Also, I agree with you. Я соглашаюсь с тобой. You agree with me. Ты соглашаешься со мной. He agrees with me. Он соглашается со мной. She agrees with you. Она соглашается с тобой. We agree with you. Мы соглашаемся с тобой. You plural. You agree with me. Вы соглашаетесь со мной. They agree with you. Они соглашаются с тобой. Next verb to breathe. Дышать. I breathe fresh air or I'm breathing fresh air. Я дышу свежим воздухом. Воздух. Fresh air, свежий воздух. Свежим воздухом. Я дышу свежим воздухом. You breathe. Ты дышишь свежим воздухом. He breathes. Он дышит свежим воздухом. She breathes fresh air. Она дышит свежим воздухом. We breathe. Мы дышим свежим воздухом. You plural. Вы дышите свежим воздухом. They breathe. Они дышат свежим воздухом. Я дышу, ты дышишь, он дышит, она дышит, мы дышим, вы дышите, они дышат. Now our favorite part, training. I say English sentence, you say Russian sentence. I say, I smile at a child, and you say, я улыбаюсь ребенку. In all, six forms. Okay, let's start. I smile at a child. You say in Russian. Я улыбаюсь ребенку. You smile at a child. You say in Russian. Ты улыбаешься ребенку. He smiles at a child. Он улыбается ребенку. She smiles at a child. Она улыбается ребенку. We smile at a child. Мы улыбаемся ребенку. You plural. You smile at a child. You plural. Вы улыбаетесь ребенку. They smile at a child. Они улыбаются ребенку. Good. And now another training. I say я улыбаюсь. You say я смеюсь. I smile, I laugh. I say я улыбаюсь. You say я смеюсь. I say ты улыбаешься. You say ты смеешься. Okay?
Я улыбаюсь. Я сміюсь. Ти улыбаєшся. Ти смієшся. Он улыбается. Он смеется. Она улыбается. Она смеется. Мы улыбаемся. Мы смеемся. Вы улыбаетесь. Вы смеетесь. Они улыбаются. Они смеются. Здорово! Now let's repeat some verbs from previous lessons. Do you remember we've learned I run along the forest path. Do you remember? Я бегу по лесной тропинке. I run along the forest path. Let's make a sentence. I run along the forest path and breathe fresh air. Я бегу по лесной тропинке и дышу свежим воздухом. I say English, you say Russian. Okay, let's start. I run along the forest path and breathe fresh air. You say Russian. Я бегу по лесной тропинке и дышу свежим воздухом. You run along the forest path and breathe fresh air. Ты бежишь по лесной тропинке и дышишь свежим воздухом. He runs along the forest path and breathes fresh air. Он бежит по лесной тропинке и дышит свежим воздухом. She runs along the forest path and breathes fresh air. Она бежит по лесной тропинке и дышит свежим воздухом. We run along the forest path and breathe fresh air. Мы бежим по лесной тропинке и дышим свежим воздухом. You plural, you run along the forest path and breathe fresh air. Вы бежите по лесной тропинке и дышите свежим воздухом. They run along the forest path and breathe fresh air. Они бегут по лесной тропинке и дышат свежим воздухом. Молодец! This was difficult task. Трудное, трудное задание. Difficult. Это было трудное задание. This is enough for today. Watch and listen this lesson again and again. If you see my lesson for the first time, then please find the first lessons of this course, because there are explanations of how it works. Subscribe my YouTube channel, join our Facebook page. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. До свидания!